Вы когда мы праздновали Новый год в больнице? Я вот праздновал. Такое бывает. Путин, слушаем. Сейчас 2:30 ночи. Меня выпустили погулять, потому что весь день там на процедурах, на всем. Да и просто мне не спится, график сбился. Прикол заключается в том, что охранник мне только что сказал, что ко мне сегодня два журналиста прорывались под разными предлогами. Вычислили, что меня нету очень долго в цирке. Видимо, что-то заподозрили. И штурмовали сегодня мое отделение. Популярность. Короче, 3-е число меня везут на операцию. Будут устанавливать стенд и пытаться вытащить камень. Класс. Я из наркоза вышел в палате. Значит, сейчас торможу. Мама часам к 10 должна приехать. Камень достали. Ставили катетер. Он мне больше всего не нравится. Я пока немножко торможу.